Пополнение в автопарке Сургута. В город прибыли 5 новых автобусов стоимостью 5 миллионов рублей каждый. Этот транспорт будет перевозить пассажиров по разным городским маршрутам. Автобусы адаптированы в том числе для людей с ограниченными возможностями. Установлены кнопки для связи с водителем, есть отдельное место в салоне для инвалидных колясок и аппарель для их удобного заезда. Преимущество нового транспорта еще и в том, что они работают на газе. Он дешевле бензина и менее вреден для окружающей среды. Новые автобусы, они всегда необходимы ради качества обслуживания населения. Передняя посадочная площадка, она оборудована для пассажиров и идет на возвышение к задней части автомобиля. Соответственно, на задней части автомобиля есть подъем, который обеспечивает воздушную подушку. Ну и, соответственно, там будет теплее.